лежала в третьем роддоме, и стало понятно, что его собираются закрывать. Ситуация тревожная, поскольку каждая женщина, которая ждет малыша, планирует, что это будет, как это будет происходить, договаривается с врачами. Что делать в этой ситуации, не совсем понятно, что очень сильно беспокоит. Тревоги женщин понятны. Ситуация меняется очень быстро, и важно знать, куда обратиться, чтобы получить помощь своевременно. В связи с мерами противодействия распространению новой коронавирусной инфекции работа медицинских учреждений продолжается, но с некоторыми ограничениями. Сейчас в Мурманске действительно прекратили прием пациентов несколько гинекологических отделений. В Мурманской областной больнице и Мурманском многопрофильном клиническом центре на Володарского, 18, отделение гинекологии закрыто на карантин. Приостановлена работа роддома номер 3. Пациенток, которые относятся к этому роддому по месту жительства, просят обращаться в роддом номер 1 по адресу улица Карла Маркса, 16А, или в областной перинатальный центр на Лобова, 8. Врачи говорят, что будущие мамы без помощи не останутся. Женщина с жалобами, со схватками для родоразрешения, для операции кесарево сечения может поступать в перинатальный центр в любое время. Он у нас открыт круглосуточно. А если мы говорим про гинекологические отделения, помощь в гинекологических отделениях ограничена по экстренным показаниям. То есть женщины с угрожающими жизнесостояниями, болевым синдромом, кровотечениями также могут обращаться как самостоятельно, так и их привозит бригады скорой медицинской помощи. Круглосуточно принимает пациенток и гинекологическое отделение в больнице Севрыба. Продолжают работу и женские консультации. Несрочные визиты к доктору стараются перенести. Но диагностика и лечение некоторых групп пациентов в приоритете. Их встречи с врачами нельзя отложить. Это пациенты после стационарного лечения для долечивания в женской консультации. Это пациенты с онкологическими заболеваниями для проведения либо дообследования, либо направления в стационар. То есть им не ограничивается помощь. Для приема амбулаторных пациенток в Мурманске сейчас работают женские консультации номер 1 на Лобова, 8, номер 2 на Карла Маркса, 9 и номер 3 на Кольском проспекте, 143. Записаться на прием можно через единый колл-центр по телефону 567-009. Кроме женских консультаций и стационарных отделений, помощь женщинам оказывают и в Мурманском многопрофильном центре имени Пирогова. В стационаре и в поликлинике пациентам оказывается медицинская помощь по жалобам и по экстренным состояниям. То есть если у пациентки есть жалобы и она готова приехать самообращением, обратиться в приемное отделение стационара, она может это сделать, и доктор, гинеколог посмотрит. Естественно, если есть действительно жалобы и конкретные показания для госпитализации, для экстренной, ее госпитализируют, и уже дальше будет приниматься решение о последующей операции. Медики говорят, ограничительные меры нужны для того, чтобы пациенты как можно меньше встречались друг с другом в лечебных учреждениях. Для этого пришлось разделить потоки пациентов, увеличить интервал между визитами к врачу и усилить санобработку помещений. Все ограничения когда-то закончатся. И сейчас самое важное, говорят врачи, сохранить здоровье и уберечь себя от опасной инфекции. Енина Морозова, Борис Савельев, ТВ-21.